В столице заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Андорры Марией Убах в рамках своего первого официального визита в нашу страну. Стороны отметили, что нацелены на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. Наиболее передовым и перспективным направлением является туристическая сфера. По итогам переговоров министры подписали соглашение о взаимном освобождении от визового режима. Это первое межправительственное соглашение между нашими странами. Плодотворно развивается сотрудничество между Казахстаном и Андоррой в рамках Организации Объединенных Наций, а также ОБСЕ. Совет Европы развивает межпарламентское общение на базе парламентской ассамблеи. В ходе встречи мы обсудили механизмы формирования модели туризма между двумя странами. Горный комплекс Шимбулак очень похож на Андорру. Я заметила это вчера во время поездки в Алматы. Я надеюсь, что мы будем обмениваться опытом в будущем.